Новая система прохождения техосмотра готовилась давно и должна была вступить в силу минувшим летом. Однако карантин внес свои коррективы, и все нововведения перенесли на весну 2021 года. Обязательная для автомобилистов платная услуга прохождения планового техосмотра изменится с 1 марта и будет включать в себя сразу несколько нововведений. Причем это не только новые тарифы, но и совсем другие правила прохождения техосмотра, а также новое оформление процедуры. Особое ужесточение правил проведения технического осмотра коснется владельцев автобусов. Теперь технический осмотр для данных транспортных средств будет осуществляться с участием сотрудников госавтоинспекции. Автовладельцам стоит учитывать, что продолжительность технического осмотра не может быть меньше 30 минут, а регламентное время для проведения технического осмотра автобуса составляет 1 час. При этом обновленная программа обеспечения позволит контролировать соблюдение данных регламентов. Следует учитывать, что транспортное средство может не пройти осмотр и придется записываться повторно, что увеличит срок проведения техосмотра. Также госавтоинспекция обращает особое внимание на то, что прибытие на пункт технического осмотра необходимо осуществлять в период действия текущей диагностической карты, либо на жесткой сцепке или эвакуаторе, так как самостоятельное движение по дорогам общего пользования без диагностической карты даже к месту проведения технического осмотра является нарушением действующего законодательства и влечет за собой привлечение к административной ответственности. Новые правила позволят избежать факта фальсификации технического осмотра и заставят водителей более ответственно следить за техническим состоянием автомобиля. Олеся Котровская, телекомпания «Город».